Привет, ребята! Сегодня мы сделаем лизуна без клея. Для этого нам понадобится маска, пленка и пена для бритья. Маска у нас черным цветом, и лизун у нас будет тоже черный. И теперь нам надо пену туда добавить. Чтобы лизун загустел, добавляем туда раствор для линз. Вот такой лизун у нас получился, и даже сложно поверить, что мы не добавляли сюда ни грамма клея.